На прошлом занятии мы с вами изучали какие знаки, Даша? Больше, меньше и равно. Интересно и познавательно. Математика дается малышам легко. С мобильными досками, цветными пособиями уроки проходят быстро. Малыши из средней группы детского сада номер 74 с 1 сентября занимаются по новой программе. Методическая работа детского сада базируется на двух направлениях. Первое направление, естественно, научное, это экологическое воспитание, а второе – патриотическое. Новый стандарт предшкола будет введен во всех детских садах округа до конца года. Он должен повысить успеваемость учеников и сделать переход от дошкольного образования к начальному максимально комфортным. После садика вы сразу в школу пойдете. Не страшно в школе будет? Нет. Готовы? Готовитесь уже? Да. Потому что нам в школе будет легче, потому что мы уже все знаем. Изучать окружающий мир лучше на практике. Дети под чутким руководством воспитателей уже начали заниматься овощеводством. Младшие группы выращивали луковые перья прямо в группе. Те, кто постарше, работали в теплице. Весной детки совместно с воспитателями в теплицу высажили своими руками рассаду баклажанов, томатов, болгарского перца. В грядке была высажена рассада с маленькими огурчиками. И можно сказать, что все лето дети наблюдали за ростом растений, поливали, окучивали, да, и собирали урожай. Просторный и современный, укомплектован всем необходимым, открылся в январе 2023 года. Сад рассчитан на 330 человек, сейчас его посещают 200 воспитанников. Еду готовят здесь же, в своем пищеблоке. И это далеко не все преимущества дошкольного учреждения в Кубинке. Он располагается в шаговой доступности в военном городке, что позволяет мамочкам приводить своих детей сюда, в этот просторный, красивый, современный новый детский сад. В саду действуют у нас ясельные группы, у нас действуют средние группы и подготовительные группы. После вкусного завтрака и увлекательных занятий дети с удовольствием выходят на прогулку. Здесь им тоже скучать не приходится, ведь вокруг столько интересного. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».